Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Если владельцы этого имени не смогли устроиться в жизни так, как хотели, то они легко впадают в уныние, депрессию, апатию. Тогда эти личности обращаются к своим родственникам, зачастую к матери, так как они считают, что окружающие не смогут им помочь и дать дельный совет. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Эти люди ответственны и терпеливы. Бывает, что владельцам этого имени встречаются различные небесные знаки в отрицательном ключе. Такие знаки им следует воспринимать с опасностью. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Вселенная регулярно отправляет этому человеку разные знаки, чтобы помочь в решении каких-либо вопросов, облегчить страдания, принять решение, не оступиться или жить счастливо. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.